Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Итак, всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazing Holy Play. Первый сервер, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, сегодня я хочу провести некий эксперимент. Я давно это хотел сделать, и вот появилось время, так сказать, и возможность. И все для этого нам нужно. А что нам нужно, пацаны? Нам нужно, чтобы было время. Было время, была ночь, либо утро. Потому что с 12 до 8... светофоры не работают. Это нам на руку. Потому что я собрался, пацаны, объехать всю карту. И мне интересно, сколько же у меня это займет времени. Мне вот действительно очень интересно. Надеюсь, что не очень много. Может, какой-то рекорд даже поставлю на сервере. Вы будете... Я вам, короче, потом скриншот предоставлю. Я секундомер сразу же включу. Никакого бана, пацаны. Можете потом сами сверить по видео самому, короче. Посмотреть, куда я стартанул и где я финишировал. Минуточку внимания, хочу посмотреть вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Ехать мы будем вокруг все карты, короче. Да, смотрите, открываем карту и нажимаем Z. Так, видите, вот, короче, будем ехать по всей карте. Получается, мы будем ехать вот отсюда, от Алькатраса. Будем ехать через Лыткарина, через Кремль, через Эдова, через Арзамас, через Батырева, через Анашан. Не, не через Анашан, а заезжаем в Южный, едем через, получается, ДПС, поворачиваем, едем, выезжаем напрямик и далька трассы, короче. Я думаю, вы поняли. Я думаю, приблизительно вы все поняли по-любому. Смотрите, еще раз повторю. Вот, вот так вот едем, короче, вот, вот так вот, потом вот так вот я еду, потом вот так вот, вот так вот, вот так вот, через Южный, вот так вот выезжаю через мост, здесь, 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 и вот, все, вот, вот это финиш. Магазин Влада — это финиш, если что, я у него купил ремку, у меня есть всего лишь одна возможность подчиниться, если что, я вам сразу скажу, у меня есть одна возможность подчиниться, поэтому... Как-то так, я ремку взял, потому что, ну, все бывает, пацаны. Поэтому будем это учитывать. Я купил ремку, машина у нас заправлена, поэтому можно, в принципе, стартовать. Я ничего не буду вырезать, буду... Вы будете все видеть, как оно есть. А вырезать я ничего и вырезать не буду, короче. Ну что ж, давайте начнем. Я сейчас включаю нитро. И включаю секундомер. Раз, два, три. Все, мы поехали. Все, мы поехали, и сейчас... Будем пытаться быстро проехать всю карту. Не, вообще, мне интересно, сколько реально проехать всю карту просто. Ну, именно реально. Тем более на Бэхе. Бэха — это самая большая, быстрая машина на сервере, кто не знает. У нее максимальная скорость 196. Так, главное, чтобы нас не развернуло. Все, так, выезжаем сюда, на встречную немножко. Все, и поехали. И поехали просто, и поехали. Я думаю, блин, где-то, наверное, минут 10... Может, чуть меньше. Я не знаю, честно, я не замерялся. Я вот первый раз сейчас замеряюсь. Прошло только 35 секунд. Я вам буду говорить. В принципе. Потом, когда я финиширую, я вам скриншот ставлю с телефона. Я на телефоне включил секундомер, поэтому все будет заебись. Так, я здесь притормажу, чтобы машину не разбить. Так, едем. Со мной подписчик, кстати, вот Халиф Лисенко. Со мной подписчик здесь находится. И он будет за этим всем наблюдать. Я попросил его не отвлекать меня, чтобы он ничего не писал в чат, чтобы я не отвлекался. Потому что, блин, ну второй раз ехать потом это будет очень даже не круто, потому что самое лучшее — это всегда с первого раза делается. Вот самое лучшее — это с первого раза. Это всегда такая тема. Я думаю, вы тоже со мной согласитесь, что с первого раза это самое лучшее. Так, поворачиваем. Все, поехали. Включаем нитро и разгоняемся. Потом, кто желает, пацаны, можете пробовать побить мой рекорд, тоже там видосик запишите.
Я не знаю, какой у меня, правда, рекорд будет. Но это, в принципе, не важно. Так, аккуратненько заезжаем. Оп-оп-оп, оп-оп-оп. Аккуратненько, аккуратненько. Главное, чтобы меня админы не посадили. Потому что я иногда на встречку вылетаю. Но по-другому никак, чё. Так, поворачиваем. Поворачиваем. Так, я здесь вот не знаю, как ехать на самом деле. Тут, наверное, чуть газку сбавлю. Чтобы нормально залететь, так сказать. Во, заебись. Нормально, нормально, все. Вроде бы хорошо идем, поэтому едем. Так, сейчас я, получается, заезжаю в Арзамас, поворачиваю налево. Еду через, где раньше была администрация Арзамаса. И уже еду в сторону Батырева. Так, ну видите, я именно по дорогам еду. Конечно, блин, можно было бы по кругу поехать, ну по траве. Но это был бы полный бред. Я именно хочу объехать карту по-нормальному, как это положено, в принципе. По дорогам. Общего пользования, короче, да. Так, блять, поворот, проебал, блин. Давай, 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 разгоняйся, пожалуйста, Мурка, давай. Давай, 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 давай. Мы должны просто, блин, вложиться. Так, 2 минуты прошло уже, почти 3. Почти 3 минуты прошло. Ну, блин, это не очень, ну, как бы, это не медленно, я думаю. Я стараюсь, немного волнуюсь, пацаны. Я просто всегда под музыку катаюсь на бэхе, поэтому... Вот такие вот дела. Блин, тут же надо... Блин, надеюсь, меня сейчас не посадят. Это будет просто фейл века, блин. Меня так бомбанет, реально. Так, все, разгоняемся, разгоняемся. Все, едем. Потом, сейчас едем через Батырево, заезжаем потом в Южный. Проезжаем через ДПС. Потом проезжаем через железнодорожную станцию. Потом выезжаем через второй выезд Южного. И едем, короче, до Алькатраса. Еще плюс в том, что я в, ну, я в организации ДПС города Южного. И мне штраф вообще не приходит. Это очень круто. Просто реально очень круто. Давайте сейчас быстро ускоряемся. Просто быстро. Так, заправка горит. Ну, бывает что. Это нормально. Видите, мне штрафы не приходят. Вообще, это очень круто, что и на служебной машине, и на своей штрафы не приходят. Это довольно-таки хорошо. Так, давайте попробуем здесь быстро полететь. Просто быстро. Максимально быстро. Во. Все, увидели. Я думаю, так не каждый сможет. Я здесь максимум на скорости 150 пролетал. Без либ... Ну, без царапин вообще. Просто идеально проезжал. Так, мы тебя ждать не будем. Главное, чтобы мне еще никто не помешал. Что там дальнобойщики сейчас не ехали впереди. Если вы будете пытаться побить мой рекорд, то делайте это ночью, когда можно будет на красный ехать и не будет так много машин на дорогах, короче. Вот, да. Просто сейчас время, конечно, да... Почти 4 часа или уже 4 часа, я уже не помню. Так, все, валим, валим, валим. Быстро просто валим. Так, прошло уже 4 минуты 30 секунд. Так, ну я думаю, я где-то за 7 секунд, ой, за 7 минут справлюсь. Либо за 10 максимум, короче. Так, все, разгоняемся, разгоняемся. Повторю, что у меня бэха в максимальном тюнинге. Я наеду 196. Как бы, самая быстрая машина на сервере. Ну, как бы, за сколько времени можно проехать всю карту на самой большой, быстрой машине на сервере. Извиняюсь, пацаны, просто, блин, разговаривать и ехать очень даже трудно, я вам скажу. Так, во, вписался, все, давай, давай, напрямую, просто, напрямую, там, поворот. Так, идеально заехал, все, давай, давай, не неси, все, давай, давай, Мурка. Let's go, let's go, так, чтобы никого не выехало. Заебись, так, дальше, дальше, дальше. Вот именно в такое время надо... этим заниматься. Так, поворачиваем в поворот. Все, заехали. Нитро нету, блин, хреново. Так, ускоряемся, ускоряемся, ускоряемся. Давай вперед. Я в тебя верю. Я в тебя просто верю. Давай, давай, давай. Так, 5 минут, 5 минут. 30 чем-то там секунд. Так, давай, давай, нитро, нитро, нужно нитро. Нужно обязательно нитро. Конечно, блин, вы как бы... Лучше было бы проходить не дрифтом, а просто зайти быстро в поворот. Ну, блин, я только так особо могу делать. Так, поворачиваем. Поворачиваем, поворачиваем. Давай, 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 давай. Гоним, так. Так, ну я помню, где я стоял, поэтому все будет четенько, пацаны. Я сейчас там по прямой выйду как раз и смогу нажать стоп на секундомере. Так, нитро включается, все, пошла, пошла, родная, давай. Давай, родная, вперед, вперед. Блин, надеюсь, это нормальное будет время. Как бы, я не знаю, сколько другие могут проехать на бэхе такое время. Поэтому, да. Давай, 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 давай. Не надо дрифтить, не надо дрифтить, давай. Давай, давай, давай.
Едем. Мы должны просто, блин, если я сейчас въебусь куда-то, это будет полный фейл, реально. Так, я сейчас буду кнопку на стоп держать. Здесь пролетаем быстро, просто быстро, максимально. И финиш. Так, фух. Фух, это было жестко. Давайте я даже тайм сделаю еще. Фух. Это было жестко. Ой. Жестко. Фух, это было реально жестко просто. Пацаны, вышло 6 минут 47 секунд и 1 сотая, короче. Я сейчас скриншот сделаю. Все, сделаю скриншот. Должно быть все заебись, вроде бы как. Жалко, вебки нету, я бы вам показал, в принципе. Ну, кто не верит, можете видос так обрезать, короче. И, ну, посмотреть, сколько видос идет вот от старта до финиша. Посмотрите и посчитайте, сколько я проехал, как бы. Мне обманывать смысла у вас нету, пацаны. Я ехал как мог и, надеюсь, показал хорошее время. Я проехал всю карту. Ну, грубо говоря, за 6 минут проехал всю карту. Ну ладно, за 7 минут. Но это округлим немножко. Смотрит это видео. Передаю привет всем, кто смотрит это видео. Пацаны, вам привет передают, короче. А, как думаешь, за сколько я объехал всю карту? Интересно, что он мне скажет? Так. За сколько я объехал всю карту? Что он мне ответит? Мне вот серьезно интересно. Что же мне он ответит? Ну, вышло реально 6.47 и 1 сотая. Ну, я... Короче, 6.47 и 1. На минут 5. 6 минут 47 секунд. 6 минут 47 секунд вышло, короче. Блин, ну, я реально вспотел аж, серьезно. Я реально вспотел за 6 минут, ну, грубо говоря, за 6 минут объехал всю карту. Это реально не каждому дано, потому что, блин, видели, я просто идеально входил в повороты, просто идеально не перевернулся, не врезался. Моя машина как была целая, так и осталась. Вот это я понимаю просто. Я же говорю, я лучше всех езжу на этой машине, поэтому вот такие вот делишки. У кого там есть бэха, пацаны, в фулл тюнинге, кто хочет, возможно, побить мой рекорд, то снимайте обязательно видео, там, либо пишите мне в ЛС, я с вами сяду и запишу видео тоже, как вы будете проезжать и за сколько вы проедете всю карту на BMW M5 и E60. Минуточку внимания, хочу поставить вам бизнес своего друга. Его бизнес — это СТО в городе Южный. Найти его можете легко, а оно находится недалеко от ДПС и недалеко от УПГ Южного. В СТО вы можете поставить различный тюнинг. Перекрасить свое авто, поставить азот, чтобы ебать всех со светофора, поставить различные диски, чтобы ваша машина была четкая, также подчинить и ускорить ее по максимуму. На каждый автомобиль цены разные. Чем машина дороже, тем дороже на нее тюнинг. Прокачивайте свой автомобиль только в этом СТО. Ну блин, если вы хотите еще таких экспериментов, пацаны, я, может, там попробую на Ямахе проехать всю карту, за сколько я смогу, на ГТРе. Ну, ГТР медленный, конечно. Но мне именно было интересно, сколько можно проехать всю карту на самой быстрой машине на сервере. И я узнал все-таки, сколько. 6 минут 47 секунд. Хотя я на финише чуть-чуть поздно нажал стоп, потому что я первый раз нажал, не нажался, потом я еще раз нажал, он нажался. Ну, там, наверное, плюс 3 секунды где-то. Ну, ладно. Уже какое время есть, такое есть. В принципе, я не буду заезд делать, потому что, бля, это очень трудно. И с первого раза у меня получилось идеально проехать просто всю карту. Вы сами это видели. Я думаю, это заслуживает лайка. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. И напишите какой-то приятный комментарий. Потому что, блядь, это было трудно, пацаны. Это реально было трудно, потому что я и пытался разговаривать с вами, ну, нормально, хотя, блин, много раз там запинался. Это из-за того, что, блин, время сейчас, понимаете, вот, какое. Я еще не спал, как бы, и поэтому как-то так. И ехать, разговаривать, пацаны, это очень трудно, на самом деле. Тем более ехать на всей скорости, влетать в повороты и так далее. Это очень трудно. Поэтому, я думаю, поймете то, что, ну, я не специально туда заикался там и так далее. Я просто волновался.
Вот и все. И поэтому чуть-чуть там заикался. Но думаю, в этом ничего страшного нету. Главное, я вам показал, что можно проехать всю карту на BMW, именно нормально проехать всю карту, можно за 6 минут 47 секунд на самой быстрой машине. Не знаю, АК, наверное, проедет за минут, блядь, 30, скорее всего. Ну, мне интересно, реально, кто-то сможет мой рекорд побить или нет. Мне вот это реально интересно. Ну, я старался для вас, пацаны, именно этот видос записать. Поэтому, повторюсь, надеюсь на вашу поддержку. Давайте наберем под этой серией 100 лайков, потому что... Ну, я подобного не видел, что кто-то снимал именно на самой быстрой машине, проехать всю карту, как бы. Поэтому, я думаю, я заслужил уважения и поддержки. Все, пацаны, всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside, I was from the north.